Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем говорить о православной психологии. Мы пытаемся найти вот этот вот ключ к разгадке, что отличает светскую психологию от христианской, от православной психологии. И мы с вами, можно сказать, подошли к самому главному. Вот в прошлый раз, когда мы с вами вновь говорили о второй заповеди «Не сотвори себе кумира», мы с вами обнаружили, что жизнь уже очень многих поколений людей, она формируется под тенью, или можно сказать даже под светом, поклонения деньгам как Богу. Деньги стали Богом для многих и многих уже поколений людей. А ведь от того, что человек считает для себя высшим благом, что он считает целью и смыслом своей жизни, зависит человеческая культура. И если мы внимательно с вами присмотримся к тому, как развивается человеческая культура, особенно на европейском континенте, в последние 300-500 лет, то мы с вами увидим, что идет некая такая деградация христианского самосознания европейских народов, восприятие языческого сознания. Ведь эпоха Возрождения в Европе – это эпоха возрождения язычества. Это начало массированной дехристианизации европейского сознания. Европейцы узнали об античной культуре от византийцев, которые после разрушения Константинополя в огромном количестве переехали жить в Западную Европу. От них они, западные европейцы, познакомились и с греческой философией, и с греческой культурой античной, с архитектурой, скульптурой и так далее, с письменностью, с творениями Гомера. Это потрясло воображение. И до такой степени, что вот сейчас, когда создавался Евросоюз, именно античная культура в своде законов Евросоюза, не в преамбуле, названа лоном европейской культуры, античной культуры. Не церковная, не христианская. Там о Христе не говорится даже совсем. То есть язычество воспринято как основа человеческой культуры. Ну и это язычество распространяется по миру в виде идей, вот различных идей, которые все время появляются в воспаленном европейском воображении. Давайте хотя бы вспомним французских философов-просветителей, Вольтера, Жан-Жак Руссо. Можно сказать, что это тогдашние властелины умов и сердец огромного количества людей. И даже до сих пор они такими для многих являются. Это они создали идею о свободе человека, о равенстве всех людей, о братстве всех людей, независимом ни от чего. Абсолютно таком безусловном, беспочвенном, ни на чем не основанном. Такая привлекательная, но очень оторванная от реальности идея, она захватила сознание и их самих, этих философов-просветителей, и людей, которые с их трудами знакомились. Появлялись целые организации, которые пытались переустроить человеческое общество на основе этих идей. Мы знаем, что такая одна из первых попыток произошла в 1789 году в Париже, когда французские революционеры, именно руководствуясь этими лозунгами «свобода, равенство и братство», практически перевернули вверх дном всю европейскую жизнь. И запустили этот процесс на долгие годы, даже столетия. И это потом коснулось всех нас, лично нас, всех, вот, кто живет в нашем Богом хранимом государстве. Потом появились опять-таки европейские идеи, но чисто языческого свойства. Потому что если взять евангельские понятия и вырвать их из евангельского контекста, получается язычество, которое обязательно сопровождается человеческими жертвоприношениями. Как всегда, в общем-то. Мы же знаем, чем сопровождалась Первая французская революция. Каким количеством жертв.
нужно было убивать столько людей, что ну, рука устанет. И поэтому нужно было создавать специальное орудие казни, чтобы поставить это на поток, на конвейер. Создали гильотину, чтобы рубить головы ни в чем не повинным французам. Потом этот принцип распространился на все остальные европейские государства, и неевропейские тоже. Почему-то это заразительно. Вот эти все идеи. Потом появились идеи у немецких классических философов, которые пытались создавать такие виртуальные, идеальные формы общественного устройства, абсолютно нереализуемые на практике, но приносящие человечеству счастье и свободу. Опять-таки, вот свободу, счастье, равенство. Перед чем, перед кем? И вот на этой почве появился марксизм, который жив до сих пор, несмотря на то, что только в нашей стране в жертву этой идеи языческой, которая стала кумиром для огромного количества народа, было положено не менее 100 миллионов голов, наших только соотечественников. Несмотря на это, эта идея, она остается привлекательной. Ведь на марксизме строится современная либеральная идея. Ведь если мы приглядимся, мы там узнаем марксизм. По отношению к семье, допустим. Марксизм ненавидит семью лютой ненавистью. И мы сейчас, если мы знакомимся с вами с новыми либеральными идеями, европейского же, опять-таки, происхождения, то есть такого уже воспитанного в языческой культуре, в языческом сознании, дохристианизированном, то мы там узнаем с вами марксизм по отношению либерализма к семье, да и даже к человеческой личности. Мы видим, что в либеральной идее, так же как в марксизме, ценность человеческой личности очень принижается, несмотря на то, что земная жизнь человека как будто бы возводится на пьедестал. И это признается самым главным. Вот земная жизнь человека, то есть жизнь человеческого тела как, или человека как биологического объекта, это является высшей ценностью. Этому должно все быть подчинено, этому должно все служить. Человеческим свободам и правам. По-другому, человеческим похотям. Потому что мы же знаем, что произошло с человеком, с грехопадением. И если обожествить человеческую жизнь, сделать и сакрализовать ее, земную жизнь человеческую, то это значит демонизировать человека, поставить его на путь осатанения, когда он превратится в жадное, кровожадное, беспощадное, Господи, слово «бармалей» почему-то пришло на память, вот таким существом, которое будет бороться за место под солнцем, отстаивать до последнего свои права на жизнь здесь, на земле. И обязательно будет некая такая, какая-то элитная прослойка человечества, которая будет считать себя самой достойной вот этой земной жизни и самой достойной, чтобы владеть всем, что в этом мире есть. А все остальные народы должны быть включены в эту систему и насильственно или ненасильственно, но подчинены воле этой элитной группы. Ну, мы сейчас так и живем. Мы видим, что некая такая олигархическая система управления миром уже существует. Что существует такая уже степень централизации власти в руках нескольких людей, которых иногда даже называют фамилию, имя их, которые подчиняют благодаря таки, опять-таки деньгам, как некому мощному такому инструменту воздействия на человеческое сознание, когда этот человека завораживает, и он как кролик на удава на это все тянется. Можно выстраивать такой миропорядок, такую систему взаимоотношений между странами, между корпорациями человеческими, что
будет готовиться приход в мир одного человека, который заявит о себе как о Боге. Это будет Антихрист. Евангелие удивительно в этом смысле пророческая книга. Христос прямо-таки описывает, как это будет происходить. Мы сейчас видим отражение в нашей реальности всего того, что предсказано Христом. И иногда кажется, что недолго осталось. И вот видите, для того, чтобы все развивалось именно так, как предсказало Евангелие, нужно было, чтобы деньги стали кумиром, чтобы деньги заменили Бога в сознании людей. И знакомясь с человеческой историей, мы видим, что это происходит чрезвычайно легко. Вот это перекладывание надежды с невидимого Бога на видимые материальные блага, универсальным эквивалентом которых являются деньги, запускает саморазрушительный, самоубийственный сценарий развития человеческой истории. Вот от этого нас уберегает вторая заповедь. Она ведь стоит на страже человеческих интересов. Причем самых таких, святых, которые касаются человеческого призвания. Это то, что уберегает человека от того, что может его разлучить с источником жизни, с Богом, с господином его жизни, с тем настоящим подлинным Господом, которому только и может человек служить, как раб, посвящать свою жизнь и его ставить во главу угла, его ставить на пьедестал или в иконостас. Вот христианство, христианская психология, она именно вот этот механизм в человеческой природе, в человеческой душе очень хорошо знает и предлагает способы преодоления этого опасного состояния человеческой души. Если вспомнить евангельские сюжеты, связанные с такими словами Христа, как «трудно богатому войти в Царство Небесное, легче верблюду пройти сквозь игольные и уши. Жизнь человека не зависит от изобилия имения». Тогда уже это звучало вызывающе. Уже тогда в еврейском народе высшие блага, земные и небесные, они отождествлялись с богатством здесь, с обладанием материальными благами, и в том числе и деньгами, именно здесь. Именно поэтому идея, которую принесла нам евангельская весть, она встречала и встречает в мире до сих пор яростное сопротивление. Потому что проще и с точки зрения вот такого дискретного человеческого ума надежнее устраивать свою жизнь именно на деньгах. И даже попытаться как-то сочетать поклонение деньгам с поклонением Богу. Христос сказал, это невозможно. Невозможно служить Богу и мамоне. Невозможно служить двум господам. Господь должен быть один. В следующий раз мы продолжим разговор на эту тему. Я напоминаю, что мои лекции «Школа православного самосознания» вы можете заказать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!